Всем привет! Дорогой Миша, дорогие любители открывать роты по всей России, я чертовски рад, что этому, на мой взгляд, шикарнейшему проекту уже 10 лет. Мне не довелось быть его участником, но зато я несколько раз сидел в жюри и могу сказать, что более безумных вещей было в моей жизни не очень много. Миш, ты делаешь очень правильную вещь, ты возвращаешь веру в людей. Ты, благодаря тебе люди начинают, кто-то начинает, а кто-то продолжает читать книги. Это круто. В наш век цифровых технологий это круто вдвойне. Я очень рад, что отчасти имел и имею какое-то отношение к этому проекту и могу сказать следующее. Удачи вам, ребята. Читайте книги. И, Миш, это такая вещь, что если что-нибудь приключится, то, в принципе, не западло будет и обнулиться, в отличие от некоторых других вещей, и сделать еще 10 раз по столько же. Ну и напоследок, ты, Миш, знаешь, что неотвратимо.